Всем здравствуйте! Хочу сегодня снять видео про бахчу арбузную. Так, я напоминаю еще раз, что мы в Екатеринбурге. Это северная часть Екатеринбурга. Вот. И вот смотрите, вот сейчас весна. Я буду сейчас убирать пленку. Вот делали бахчу. Вот такие две длинные грядки. Зачем укрывали пленкой? Давайте все по порядку. Сначала подготовили почву вот в эти борозды, да, вот в эти две гряды. Смешали, значит, грунт с песком, 50% песка добавили. И перегной надо добавить. Но у нас еще был конский навоз, мы конский навоз добавляли. Вот, вот так вот сделали. И для чего пленка? Пленка дает сделать теплую грядку. Пленка нагревается, и надо хорошо прогревать корни. Арбуз – это растение, которое пришло у нас из Африки. В Африке, сами знаете, тепло и песчаные почвы. Поэтому обязательно добавлять это в грунт 50% песка, чтобы у вас был урожай. Добавлю сюда фотографии своих арбузов, которые я выращиваю. Я так уже делаю 2 года, нынче будет 3-й год. Арбузы вырастают, ну, где-то от 2 килограмм до 4 килограмм 700 грамм. 4700 самый большой арбуз у меня был. То есть вот прошлое лето было не сильно жаркое, у меня выросло где-то, ну, 30 с лишним арбузов от этих 2 грядок. А вот позапрошлый год у меня бахча была побольше, ну, раза в 1,5. У меня выросло около 70 штук арбузов. То есть вот сейчас я буду эту, просто старая пленка развалилась вся, я буду эту старую пленку сейчас убирать, а потом постелю новую пленку. Ну, добавлю сюда, конечно, перегной, навоз у меня есть конский, навоз конского добавлю, сформирую. И вот так закрываете, а потом где будете садить, вот видите, у меня даже вот тут осталось. Вот сюда я садила радость F1. Вот делайте дырочку, сюда аккуратно садите арбуз. Для Екатеринбурга говорю, потому что у нас обратные заморозки могут быть до 15 июня. Поэтому арбузы на рассаду я сажу. Вот здесь у меня тоже радость сидела. Я сажу где-то 20 апреля. Рассада арбузов должна быть не больше 35 дней до пересадки ее в грунт. Уже на открытый грунт. Пробовала выращивать в теплице. В теплице вырастают маленькие арбузы. Больших арбузов я не смогла добиться в теплице. А в открытом грунте все получилось. Так что вот. Готовьте заранее, продумывайте. Все возможно у нас в Екатеринбурге. Выращивайте арбузы. Все. Всем пока.